Спонсор программы – финансовая группа «Сберегательный союз». Телефон 8 800 5 977. Здравствуйте, в эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлипов. 10 сентября – единый день голосования. Здесь, в Краснодарском крае, мы будем выбирать законодательное собрание. Именно об этом мы сегодня и поговорим. А гость нашей сегодняшней программы – председатель избирательной комиссии Краснодара Олег Смирнов. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Добрый день. Только ли депутатов законодательного собрания мы будем избирать 10 сентября здесь, на территории города Краснодара, или еще какие-то параллельно выборы у нас могут проходить? Нет, в городе Краснодаре будут проходить только выборы депутатов ЗСК в этом году. То есть мы там никого добирать? Ни муниципальных, ни федеральных кампаний у нас на территории не проводятся в настоящее время. Но такая ситуация там, только в Краснодаре? Это только в Краснодаре. Безусловно, в других муниципальных образованиях есть и местные выборы депутатские, есть местные выборы глав. Ну и плюс субъектовая кампания. С этого года шестой созыв законодательного собрания края, он там поменяются немного правила. И выборные кампании, да, и количество депутатов будет меняться. Если можно, давайте об этом поговорим. Как мы теперь будем выбирать и сколько депутатов? Ну, по уставу Краснодарского края у нас 70 депутатов избирается, 35 по одномандатным избирательным округам. В пятом созыве было, по-моему, 100 депутатов, да? Было 100 депутатов, количество уменьшилось. Да, количество уменьшилось. Уменьшилось, будет 70. Да. Как мы их будем выбирать? Да, 35 у нас одномандатные округа и 35 по спискам партийным. В городе Краснодаре у нас для этого образовано 6 избирательных округов одномандатных. То есть получается, когда человек придет на выборы, когда он придет на избирательные участки, здесь сразу давайте скажем, что 8 часов, да, открываются утра, с 8 до 20 часов будет работать, еще раз напомню, 10 сентября. Два бюллетеня. Он получит оптимально два бюллетеня, по одномандатному и по пропорциональному округу. То есть и там нужно будет, там, где одномандатные округа, нужно будет выбрать одну фамилию, там, где партийные списки, там нужно будет проголосовать за одну партию. За одну партию. Мы уже привыкли, я думаю, там за последние кампании избирательные, что, во-первых, есть видеонаблюдение в интернете. В этом году будет, в эти выборы будет такая система, можно ли будет посмотреть на избирательные участки? Да, это очень дорогое удовольствие, к сожалению, применяется только на федеральных кампаниях, поэтому на субъектовой кампании видеонаблюдения не будет. Видеоцентрализованного. Но при этом разрешена видеосъемка представителями средств массовой информации, наблюдателями. А вот здесь, кстати, нужно ли заранее там извещать, не знаю, членов избирательной комиссии, или нужно там писать какое-то заявление, если я как гражданин, если я хочу прийти, я не знаю, там сейчас мобильным телефоном, да, и снимать избирательный участок. Такое возможно, или здесь нужно все-таки кого-то предупреждать? Если вы как наблюдатель придете снимать, то, безусловно, вы ставите в известность председателя комиссии и производите видеосъемку с того места, которое комиссия определено. Если вы как представитель средства массовой информации придете, то вам необходимо сначала аккредитоваться в избирательной комиссии края и только потом уже приходить на участок. А если я как частное лицо? Ну вот я люблю снимать. Селфи сделать можно. Селфи можно будет сделать. Да. Еще электронные, как называется, урны. Да? Опять же, мы говорили о том, что не на всех участках, но у нас было, в том числе и в городе Краснодаре. В эту выборную кампанию будут ли такие электронные урны? Или, скажем так, опять же, это только для федеральных выборов? Да, это так называемые комплексы обработки избирательных бюллетеней. Да, они будут. Их в городе Краснодаре 14 по-прежнему, и все они будут использоваться. Единственное, у нас только на одном округе эти КАИБы не попали. Это 4-й округ избирательный. Так вот, как бы, границы так легли, что не попадают КАИБы. А вот, кстати, в связи с тем, что количество депутатов-то изменится, было 100, как мы уже говорили, сейчас станет 70, плюс у нас теперь смешанный принцип выборов, да, и одномандатники, и по партиям. То есть получается, что избирательные участки, ну, в том числе и в городе Краснодаре, были нарезаны заново, да, как-то. Как это происходило? Избирательные участки остались прежние. Единственное, у нас произошло увеличение за счет естественной прибыли населения. У нас только за полгода плюс 10 тысяч избирателей. Итого у нас получается 311 постоянных участков. Они уже образованы постановлением главы и так далее. А то, о чем вы говорите, скорее всего, одномандатные избирательные округа. Да, они утверждаются, безусловно, то есть были утверждены в прошлом году схема избирательных округов. Если вы помните, на прошлых выборах у нас было 8 таких округов из-за того, что численность депутатов была другая. Сейчас у нас 6 таких округов.
долгов. Границу. То есть получается, что заново все это было нарезано? Да, заново нарезка была утверждена. А теперь, как вот выглядит это информирование? Потому что ну, кто-то там в старых границах, да, или там он, кто-то в новых границах. Будут ли какие-то памятки, или я не знаю, там, будут ли представители избирательных комиссий как-то обходить территории, как-то сообщать? Как вот эта работа наладится? Безусловно, в принципе, кто интересуется, может эту информацию посмотреть как на сайте избирательной комиссии края, так и на нашем муниципальном сайте. Можно обратиться к агитаторам, которые работают, они тоже пояснят эту информацию. Можно обратиться в свою участковую избирательную комиссию и получить более объемную информацию. То есть человек, который ищет, он всегда найдет это. Это все в открытом доступе имеется. А вот эти вот места для голосования, ну, там традиционно, да, это там школы, какие-то общественные места. То есть здесь были ли какие-то изменения, или если я вот там привык там, за последние выборные кампании, да, приходить в одно и то же место, то есть я туда же и пойду. Или здесь тоже какие-то изменения происходили? Все старые участки остались на своих местах. Единственное, у нас Прикубанский округ и Карасунский округ образовали новые участки. Но по тем новым участкам, соответственно, участковые комиссии проведут соответствующую работу, с избирателями побеседуют, проинформируют их о месте нахождения комиссии. А все ли комиссии уже сформированы? Все ли там выбраны председатели избирательных комиссий? Готов ли вот этот людской, что называется, ресурс? И, а где, откуда мы его черпаем? Да, безусловно, комиссии все образованы, причем сейчас комиссии у нас постоянно действующие, их образовали еще в 2013 году, им еще целый год функционировать. Председатели избраны, вообще в целом в состав комиссии у нас входит порядка 4500 членов комиссии. Регулярно проводятся обновления, потому что по объективным причинам кто-то выбывает из состава комиссии. Вот буквально недавно, недели 2-3 назад, закончилось это обновление. Из резерва составов люди были назначены новые. Подождите, давайте с этим тогда разберемся. Вы сейчас говорите, что они постоянно действующие. То есть раньше так раньше нет. Не так это было, да? Под выборы формировали. Раньше только под выборы формировали комиссии. Сейчас они постоянно действующие, выполняют свои полномочия на всех уровнях выборов, начиная от муниципальных и заканчивая федеральными. То есть получают люди зарплату и так далее и тому нет, подобное. Зарплату они получают только в период, когда работают как члены комиссии. В остальное время они просто рядовые члены комиссии, имеют удостоверение и работают по своему основному месту работы в школе там, либо в каком-то другом учреждении. А как, вот, я не знаю, там 50 на 50 мужчин и женщин, или вот этот гендерный признак никак? Такой квоты у нас нет, чтобы мужчины и женщины. У нас квоты иного характера. То есть у нас представители партии, представители общественности. То есть не менее половины состава комиссии — это представители именно политических партий. Остальные люди — это общественные организации, собрания избирателей. А какое-то обучение, не знаю, какие-то курсы, не знаю, там повышение квалификации, это как выглядит? И кто их проводит? Да, два направления у нас существуют. Во-первых, есть такое понятие, как самообразование. Для этого у нас масса ресурсов, начиная от центра избиркома, заканчивая нашей муниципальной комиссией. И есть еще специализированное обучение, которое проводит избирательная комиссия края. Все это у нас проходит уже как бы по современным технологиям с использованием видеоконференц-связи. То есть мы людей не собираем в конкретном месте. Месте. И все это производится вещание в интернете, вещание на сайте. А не знаю, вот я простой гражданин, я не член комиссии, да, и так далее. Могу ли я где-то посмотреть? Если эта тема вас интересует, заходите на сайт избирательной комиссии Краснодарского края, там есть анонсы, когда будет проходить следующее обучение. Ну, как бы могу сказать, что следующее обучение у нас 25 августа будет проходить. Можно посмотреть, безусловно. То есть, ну, да, для самообразования. Да. Много ли молодежи среди членов избирательных комиссий, и вообще существует ли там какой-то предел? Знаете, вот одно время у нас было даже такое направление, как молодежная участковая избирательная комиссия. К сожалению, от этого пришлось отказаться. Все-таки уровень ответственности пока у молодежи не тот. Но участковые комиссии, в принципе, состав, средний возраст 35-40 лет, в принципе, достаточно молодой. А насколько сейчас, вот по вашим ощущениям, насколько молодежь современная интересуется вот этими выборными всеми технологиями, да, и вообще выборами? Потому что, ну, ведь считается, да, и там даже некоторые партии строят на этом, да, на более взрослом населении строят свои предвыборные кампании, потому что, ну, вот считается, что молодежь не самая активная избиратель. Знаете, да, наверное, здесь я буду не объективен, потому что мы общаемся именно с той категорией, которая интересна это направление. Ну, вот эта категория интересуется очень активно. У нас регулярно проводятся встречи с молодежью в различном формате, от простых бесед и лекций до политклубов, на которых мы обсуждаем наболевшие актуальные вопросы. Очень горячие споры бывают. Это, я не соглашусь
соглашусь с вами, молодежь интересуется. Да. Вот, кстати, по поводу молодежи еще, да, ну, там, по старым каким-то ощущениям, по работе, всегда поощрялись вот те, кто первый раз приходил на выборы, да, вот эти вот, там, не знаю, 18-летние избиратели, там, какие-то подарки, там, их специально приглашали, вручали какие-то подарки. В этом году, в этих выборах, эта практика продолжится или к сожалению, от этого пришлось отказаться. Все-таки есть такое понятие, как финансовая дисциплина, не предусмотрено, к сожалению, на подарки молодежи каких-то денег. Хорошо, в этом месте, если позволите, сделаем небольшую паузу, посмотрим рекламу, потом обязательно вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о выборах. Еще раз напоминаю, 10 сентября, в единый день голосования, здесь, на территории города Краснодара, мы будем выбирать депутатов законодательного собрания Краснодарского края. Мы уже говорили о том, Олег Анатольевич, что у нас на территории города Краснодара 6 избирательных, одномандатных избирательных округов. Соответственно, мы будем избирать 6 депутатов в законодательное собрание края. И, может быть, не совсем к вам вопрос. Да, я понимаю, что выборами в ЗСК занимается, наверное, в большей степени краевая избирательная комиссия, но тем не менее, как проходит вот этот вот предвыборный период, как проходит агитация, много ли нарушений, много ли замечаний уже сделано? Ну, вопрос все-таки по адресу. На нас возложены полномочия окружных избирательных комиссий, как раз таки 6 одномандатных избирательных округов. Я вам скажу, что активность среди политпартий не слишком высокая на этих выборах. К нам за период избирательной кампании обратились 34 кандидата с документами о своем выдвижении. По итогам регистрации зарегистрировано 29 человек. Три человека у нас отказались участвовать в дальнейшей избирательной кампании. Добровольно, сами. Добровольно написали заявление. Ну, скорее, чтобы сохранить лицо все-таки. Им необходимо было собирать подписи, не смогли они собрать подписи. И два кандидата получили отказ в регистрации, потому что, в принципе, не представили никакие документы, необходимые для регистрации. Итого у нас получается по 5 кандидатов в каждом избирательном округе, за исключением 6-го. В 6-м округе у нас 4 кандидата зарегистрированных. Кампания ведется относительно активно, потому что все-таки как бы основной удар приходится на последние 3-4 недели. Вот сейчас мы начинаем наблюдать уже большое количество агитматериалов. Если вы в западном округе проживаете, вы наверняка это уже почувствовали. Это вот наиболее активный вот округ. Я хотел сказать как раз об этом. Вот как-то я не ощущаю вот этот вот такой, по моим ощущениям, да, вот этот такой предвыборный ажиотаж какой-то. Вот не приходят агитаторы, я не вижу, по крайней мере, пока, да, листовок там у себя в ящике. Может быть, это еще будет, но вот, мне кажется, такая вот вялотекущая кампания. Да, сама стратегия кампании все-таки определяется кандидатами. Они избрали такую стратегию, то есть за последние 2-3 недели насытить город именно своей агитпродукцией. Не забывайте, что у нас еще прошла жеребьевка в СМИ. Сейчас в средствах массовой информации пошел агитационный период. Более того, избирательная комиссия края изготовила дополнительные плакаты информационные о кандидатах, о дате голосования. Все тоже это будет находиться на участках и в свободном доступе. То есть в ближайшую неделю мы уже увидим активизацию процесса. А с точки зрения нарушений, как ведут себя кандидаты? Да, мы уже привыкли, да, это не 90-е годы, когда такой черный пиар был достаточно активно раскручивался. Сейчас, мне кажется, вот эта культура... Сейчас партии и кандидаты ведут себя очень осторожно. За весь период избирательной кампании по 6 округам к нам поступила только одна жалоба, которая потребовала просто разъяснить положение закона. И все. Нарушение не выявлено. Впервые же, насколько я правильно понимаю, мы будем выбирать ЗСК вот по такому смешанному принципу, я имею в виду и партии, и одномандатники, или это уже было? Это уже было в прошлом созыве, технология уже опробована, в принципе, всех устраивает. А ну, кстати, вот мы сейчас с вами проговорили о том, что 25, вы сказали, да, кандидатов зарегистрировано по... 29 кандидатов, да, зарегистрировано по городу Краснодару. А много ли партий у нас сейчас зарегистрировано, и насколько они ведут активную агитацию? Ну, тоже особенность этой избирательной кампании. У нас в выборах по краевому округу принимают участие 5 партий. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Коммунисты России. И тот же самый партийный состав у нас и представлен в одномандатных избирательных округах. Угу.
Дальше, что нас ожидает? Ну вот мы проголосуем 10 сентября, выберем депутатов законодательного собрания края. Следующие выборы уже известно, что будет и когда мы их будем проводить, или пока об этом еще рано говорить. Ну, наверняка вы слышали, что в марте следующего года у нас еще одна избирательная кампания. Пожалуй, самая главная кампания страны – это выборы президента. Поэтому мы плавно из кампании по выборам за СК перейдем уже в подготовку к новой избирательной кампании. А вообще сколько вот по времени занимает, да, подготовка, допустим, к тем же самым выборам за СК? Ну, мне-то кажется, ну чего тут такого, да? Напечатал листовки, открыл избирательный участок, собрал комиссию, все, выбирай. Или это как-то... Да, в принципе, избиратель так и ощущает, что голосование – это один день в году. На самом деле только официальная кампания длится около 3 месяцев. Федеральные избирательные кампании и того больше, до 4 месяцев. А подготовка к выборам начинается задолго до кампании, то есть мы в течение года до дня голосования уже ведем работу на подготовку. Угу. Это и обучение, и технологическое оборудование, различные направления деятельности. Если я по каким-то причинам не буду там в день голосования находиться рядом со своим избирательным участком, могу ли я реализовать свое конституционное право проголосовать где-то еще, и как выглядит эта технология? Да, это вот тоже очень новая технология, только на этой избирательной кампании мы будем ее апробировать. Если помните, раньше у нас было и досрочное голосование, угу, и голосование по открепительным удостоверениям, так вот этих институтов больше у нас не будет. Сейчас, если... Не на каких выборах? Досрочное голосование только на муниципальных выборах будет. Открепительных у нас не будет. Сейчас иная система. Это система написания заявления и заявления избирателя. То есть, в принципе, свое право можно 3 способами реализовать. Допустим, если вы проживаете в городе Краснодаре, но точно уверены, что 10 сентября вы будете находиться на отдыхе, например, на побережье, вы приходите в свою территориальную избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию, или многофункциональный центр, пишите заявление о том, что в этот день вы будете находиться в городе Геленджике. К примеру, вам предлагают избирательный участок, который наиболее оптимально для вас будет подходить, включают вас в специальный реестр, данные о вас передаются в систему госвыборов. В день голосования вы в городе Геленджике, например, приходите на свой участок и голосуете там. Есть второй вариант. Если, допустим, вы не житель города Краснодара, но точно знаете, что будете находиться в городе Краснодаре 10 сентября и в настоящий момент здесь находитесь, вы можете прийти в любой понравившийся вам участок на территории города Краснодара и написать такое заявление. Имеется в виду избирательный участок? Да, да. Либо территориальную избирательную комиссию. Соответственно, вам также будет предоставлено право. Есть еще третий вариант. Если вы, например, проживаете на территории другого муниципалитета, не знаю, там, Ейский район, проездом находитесь в городе Краснодаре, но точно знаете, что будете находиться, например, в городе Сочи в день голосования, вы можете у нас на территории города Краснодара обратиться в МФЦ, написать такое заявление, что я буду голосовать в Сочи. И вас включат в список в городе Сочи. Но тогда в этой ситуации, я имею в виду, если я написал заявление, если я голосую не на том избирательном участке, где зарегистрирован, то есть я могу голосовать только по партийным спискам за одномандатников? Да, если вы выехали за пределы своего одномандатного округа, то, безусловно, вы проголосуете только за партийный список. Все эти заявления с какого периода можно писать и по какой период? Или в день голосования это тоже можно сделать? Нет, в день голосования это уже сделать нельзя. Период следующий. Уже сейчас эта работа ведется и будет вестись до 4 сентября. Вот в этот период вам необходимо прийти в территориальную либо участковую комиссию, чтобы воспользоваться своим правом не по месту жительства. То есть, а после 4 сентября после уже 4-го нет? После 4-го есть еще специальный порядок, он менее удобен для избирателя. Есть система написания заявлений, которая, в принципе, чем-то похожа на открепительное удостоверение. На него наклеивается специальная марка с отрывным элементом. В день голосования вы с этим заявлением своим можете прийти практически в любую участковую избирательную комиссию, но из того перечня, который будет утвержден избирательной комиссией Краснодарского края. То есть, получается, работает ли это там внутри города Краснодара? Допустим, я поясню, да, я знаю, что в день голосования я буду находиться на работе, потому что, ну, мы все будем, да, здесь находиться. И там по тем или иным причинам я понимаю, что я не успею добраться в свою избирательную комиссию там проголосовать. Могу ли я проголосовать рядом с работой там в пределах города Краснодара, и нужно ли мне писать заявление, где его нужно будет писать? Да, вы можете воспользоваться своим правом, выбрав любой удобный для вас участок и написав заявление либо на этом участке, либо по месту своего жительства.
То есть, и, а если там, как быть с одномандатным округом? Вот если вы, допустим, проживаете на территории Западного округа и работаете на территории Западного округа, то вопросов у вас не возникнет. Вам выдадут два бюллетеня по одномандатному округу и по краевому округу. Mm-hmm. Если вы, конечно, выехали за пределы одномандатного округа, то только один бюллетень. То есть только партийный, да. Еще один момент немаловажный. Сейчас об этом очень много говорится. Проголосовать, там, не знаю, с помощью смартфона или там, с помощью интернета и так далее и тому подобное. Здесь как все это? Ну, пока это все существует как бы на стадии разработки, в законе пока такого порядка не предусмотрено. То есть у нас голосование по бюллетеням происходит. То есть только... Да. Только на участке по бюллетеням. Сейчас уже известно, если вернуться к процедуре выборов, да, мы с вами говорили о том, что да, участковые, территориальные избирательные комиссии, они уже выбраны, люди уже работают. Есть такой институт у нас, это общественные наблюдатели. С ними уже мы все разобрались, мы уже знаем, кто придет, кто на какой участок придет. Или там у тех же партий, или там у тех же одномандатников, если у них есть помощники, то... Они еще могут определиться, и как это выглядит, вот, если я хочу стать наблюдателем, куда мне нужно обратиться? Ну, правом назначать наблюдателя у нас обладают кандидаты, обладают избирательные объединения. Соответственно, если вы хотите свою функцию наблюдателя выполнять, вам необходимо обратиться к той партии, либо к тому кандидату, который вам в большей степени импонирует. Угу. Соответственно, процедура там несложная, но и непростая. Не позднее, чем за 2 дня до дня голосования, угу, составляются списки наблюдателей, подаются в территориальную избирательную комиссию. То есть 8 сентября это все, да, уже до 8 должно... сентября кандидаты и партии должны уже определиться, кого они будут назначать наблюдателями. А сейчас они уже определились? Сейчас уже какие-то заявления поступают к вам? Нет, или пока еще пока рано? Заявления не поступали, но я думаю, партии уже работают в этом направлении. Подсчет голосов традиционно, вот это вот листочки перекладывают, считают и так далее. И как быстро мы сможем посчитать, когда мы сможем узнать первые результаты выборов? Ну да, подсчет у нас традиционно производится, с исключением тех участков, где находятся КАИБы. Там вообще очень удобная, унифицированная ситуация. Бюллетень опустили, его сразу посчитали, после окончания голосования выводится готовый протокол. На остальных участках будет ручной подсчет. Но здесь тоже как бы новые технологии начинают постепенно внедряться в работу участковых комиссий. У нас все 100% участков будут обеспечены компьютерной техникой. Будет стоять специальное программное обеспечение, на компьютере будет изготавливаться протокол. Протокол будет оснащаться QR-кодом, который можно считать как смартфоном, так и специальным сканером. Вот когда этот протокол составлен, его отправляют в территориальную избирательную комиссию, и там без ручного ввода методом сканирования данные заводятся в систему госвыбора. Более того, это специальное программное обеспечение серьезно облегчает работу участковой комиссии. То есть в нее встроены системы проверки логических, математических соотношений. То есть комиссия, если у нее протокол составлен, она может быть уверена, что он составлен правильно, и ошибок в нем выявлено не будет уже в дальнейшем. Ну и, может быть, я не знаю, по вашему опыту, да, примерно когда мы сможем узнать уже результаты этих выборов, то есть там к утру это будет известно? Я думаю, да, предварительные данные уже утром будут, утром понедельника, 11 сентября. Вопросы безопасности, насколько я имею в виду, и участков, да, и территориальных, и участковых, эти вопросы уже проговариваются, создана ли какая-то специальная группа с силовиками для того, чтобы мы могли быть в этом уверены, я имею в виду безопасность. Да, у нас вот буквально 20 августа завершились проверки готовности помещений участковых избирательных комиссий, то есть проверяли не только на предмет оснащенности участковых комиссий, но и на предмет пожарной безопасности, безопасности физической. У нас регулярно проводятся совещания при администрации города Краснодара, так называемая антитеррористическая комиссия, на которой рассматриваются вопросы безопасности голосования в день голосования. То есть если бы завтра были выборы, то у нас все готово? Да. Спасибо большое, Олег Анатольевич, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорили о выборах. Мы сегодня говорили о том, что 10 сентября мы будем выбирать депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. Так что приходите на избирательные участки с 8 утра до 8 вечера, до 20 часов они будут открыты, и выполните свой гражданский долг, проголосуйте. А гостем нашей сегодняшней программы был председатель избирательной комиссии Краснодара Олег Смирнов. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Спонсор программы – финансовая группа «Сберегательный союз». Телефон 8 800 5 977.